Жители Ульяновской области имеют возможность оформить материнский капитал в сети интернет через портал госуслуги. За первые два месяца 2018 года ульяновцы уже направили таким образом в пенсионный фонд около 300 заявлений. Позже заявителю будет необходимо прийти в пенсионный фонд с оригиналами документов. При этом отделение пенсионного фонда, в который направят заявление, будет определен на основании адреса по прописке, места пребывания или фактического места жительства в зависимости от указанного заявителем. Сотрудники органа, они уже заранее знают, то есть, к какому времени человека пригласить, тем самым они распределяют очередь, то есть распределяют свое рабочее время. Вот, соответственно, человек приходит уже в удобное для него время и без ожидания там, очереди сдает оригинал документов, а в течение там, определенного времени ему уже приходит приглашение. На сегодняшний день на портале госуслуг зарегистрировано около 70% жителей нашего региона. При этом зарегистрироваться можно как дома, так и в каждом из многофункциональных центров, а также в административном здании электронного правительства на улице Льва Толстого в областном центре.